Рублевские дети. Да. Суровые будни. Ручной работы игрушки. Природные игрушки. Еще каба? Еще каба? А где мы еще корабль? Давай сделаем. Еще корабль. Это корабль? Ага. Держи, 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 держи. Смотри, какой классный корабль. Батарейковоз, да? Электрический. Еще кораб. Еще кораб. А, что там? Да вижу я, что там. Откуда ты знаешь, что там есть еще кораб? На. Там можно уже падать. Да. Мало ему и стресса за последнее время. Так. Все красиво, мне нравится этот дизайн, кстати, хороший дизайн детской площадки. Да, да, да. Если такой минимализм. Каба? Еще каба, думаешь, уверен? Что еще каба? То есть это одновременно горка, с которой можно скатиться прямо в бассейн. Видишь? Да. Пересел такой, да? Здорово, Квин. А где еще-то? Еще кабан? Еще кабан. Еще кабан. Да куда тебе столько кабан? У нас вижу целая как корзина кабов. Да. Подумав. А где еще? А вот смотри, какой каба лежит. Желтый, вот. Вот, бери вот эту штучку. Пластиковую желтую бери. Да. Все, и кидай ее туда же, тоже каба. Во, класс какой. Ну, давай только. Еще каба? Блин, я так и знал. Нету больше каба. Не, там какие-то вообще огромные только остались. А, вот видишь, есть. На, маленький. Маленький, на маленький. Хватит каба. Хватит, давай, хватит. Теперь надо ими играть. Thank you.